заходи. Макс, он все-таки пришел к тебе. Ну ладно, не обижайся. Мне показаться можно? Чтобы было понятно, мы, короче, за ним на лифте приехали. То есть он его вызвал, реально, смотрите. И фигачит на первый этаж. Класс. Он даже синхронизирует с этажами. Можно перезагрузить. Зацените, где вы? Мы в магазине Лего. А? Какого? У нас, конечно, туда специально приехали. Вот тут целые картиночки с котиками. И небоскребы. И... короче, такая вот приколюха. Даже мне нравится Лего. Ого! Ну и маленький мальчик Максим, конечно же, в восторге. А это мы специально приехали сюда сегодня, чтобы посмотреть магазин Лего. Класс! Ну как это было? Смотрите, какая там погодка. Молния сверкает. И вот такая классная штука. Боже мой, надеюсь, вам доставит такое удовольствие, как и мне. Китайский садик. Реально, погода просто днища. И она тут была такая, в принципе, все дни нашего пребывания. Ну что? Ну что? Ладно, извините, что там такое. Вот это я понимаю. Ой, какой классный полет. В общем, как вы поняли, восторг дикий, да? Классно. Чук-чук. Ну что? Ну что? Ладно, извините, что там такое. Вот это я понимаю. Ой, какой классный полет. В общем, как вы поняли, восторг дикий, да? Классно. Чук-чук. Так, у нас тут новое приобретение. Когда решила, что, блин, раз уж ты в Китае, то надо пользоваться моментом. И теперь у нас есть такая вот офигенная игрушка. Вечером поедем еще одну спрашивать. Зацените, где мы? Хонда! 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 Это магаз электромопедов от Хонды. Смотрите, какой хорошенький. И вот этот. Как будто я еще хочу один, зачем, не знаю. Смотрите, это смешной такой, страшненький. Так, ну что по рынку электроники, ребятки? И это, знаете, какая часть? Не знаю, одна, блядь... 20-я, 30-я, просто вообще. В другом помещении бушные телефоны, в другом помещении коптеры, фотоаппараты, наушники, просто от батона до... Что там по, как говорят, грязному рынку по продукции Apple? Зацените, а? Просто, блядь, посмотрите. Ну и, собственно, здесь все так. Эфиопия. Как вам размер шотика? Шотика. Он такой графичек индивидуальный. Маленький мальчик Максим купил себе новую игрушку. Что, у тебя все по-китайски? А еще нужно каким-то волшебным образом упаковать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Что сделать надо? А где пакетики от Лего, кстати? А где пакетики от Лего? Жесть. Зацените, а? Киндосики. Бомба.